местный житель. И вот она побежала по крыше. Да, все собратья убежали, она сидит на крыше. Одинокая обезьянь. Все, и убежала. Классно, хоть так. Опа, на дерево скакала. Даже это. Офигеть! Помните, мы находили такие зеленые, и вот мы впервые нашли красные. Ну, не знаю, может это съедобное, да. Вы видите, такие даже желтенькие. И зеленые. А красные. Скорее всего, поспел. Офигеть. Ай, океан на нас нападает. Так, настало время обеда. Вот чем нам удалось разживиться. А сколько обошлось это все? Это ананас, папайя и манго. Все не, это... Нет, это не манго, это авокадо. Ой, да, простите, это авокадо. У меня манго заела. Только что купили тут на лоточке у продавца овощей. И все это нам обошлось в 550 рупий. То есть это около 3 долларов. Вот. И тут еще... Не целиком порезанная папайя, то еще половинка осталась на вечер. Вот. Угу. Какая-то священная куричка. Очень красиво. Ой, вторая сидит дальше. Класс, такое красивое. Очень красиво. Смотрите, скалы похожи на слонов. Видите? Как будто бы два слона. Кто хочет массаж получить, кокос в подарок после массажа. Халява вкусная. Coconut free after massage. Все очень понравилось. Придем еще. Ну, в общем, место интересное. Капец, как меня достало это говно Шри-Ланка. Это просто капец. Меня уже тошнит просто от этих папайев, этих, я не знаю, ананасов. Это все фигни. Мне хочется нормально есть. А жена говорит... Типа, есть рано, будем, ешь там какие-нибудь там, я не помню, какие-то волосатые такие каштаны. А оно все сладкое, понимаете, мне от этого сладкого вкуса уже просто тошнит, вот просто, мне уже изжога от него. Вот, дома вот нормально, дома ты залез, взял яичничку, все. А тут как бы типа деньги общие, да, именно на это. Именно. Вот, и получается... Вот пойдем в ресторан, я буду просто набивать себе брюхо, как сумасшедший, просто, понимаете? Вместо того, чтобы сходить туда два раза, ну так,
перекусил супчика там, да, вот, с хлебушком, и ушел, например. А потом пришел второй раз, там, и опять что-нибудь поел, понимаете, в чем дело? Ну, в общем, я ненавижу, блин, поездки больше. Не хочу я больше никогда никуда ездить, это просто капец какой-то. Понизила мне жена конкретно чувство самоуважения. Я просто уже не знаю, куда от нее деться, на самом деле. Вот она идет. Просто пиздец. Посмотрите, кто-то спрятался. Ой. Давайте просто смотрим. Просто смотрим. Класс. Смотрите, как она так держится. Время дождя, тропического ливня, а у нас тут том-ям. Вот такой очередной закат на Шри-Ланке. Хватит меня снимать!